Полиция задержала похитителей денег с зарплатных карт клиентов Сбербанка. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД, предполагаемый ущерб кредитной организации превышает 50 миллионов рублей. В группу мошенников входили бывшие и действующие сотрудники подразделений Сбербанка и руководители ряда коммерческих фирм. В программе проектов они переводили своим несуществующим сотрудникам деньги клиентов из базы данных банка, а потом обналичивали их. Подозреваемые задержаны. Ведется следствие. Основанием для проведения мероприятий правоохранительными органами явились материалы, полученные Департаментом безопасности Сбербанка. Большая часть денег уже возвращена гражданам, пострадавшим от мошеннических действий. После проведения дополнительных проверок по остальным эпизодам всем потерпевшим будет возмещен ущерб в полном объеме.